الميت تفنى ورب البيت تفنى فرب الجنان مشمرينا هي الدنيا ورب البيت تفنى فهب للجنان مشمرينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. فاللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Хвала Аллаху, мои братья в исламе! Да воздаст вам Аллах благом за ваше присутствие и терпение. Пусть Аллах, Свят Он и Велик, наградит нас всех и даст нам пользу от этого собрания. Тема, которую я подготовил для сегодняшней встречи, на сегодня, пожалуй, самая тяжелая, с какой я сталкивался в жизни. Сегодня я хочу поговорить об Абу Бакре ас-Сиддике, да будет доволен им Всевышний Аллах, сподвижники посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, лучшем человеке после пророков. На самом деле, мои братья и мои сестры, пытаться говорить об Абу Бакре радиаллаху анху или кратко изложить его жизнь и его добродетели в течение часа или около того, это очень-очень-очень тяжелая задача. Но, мои братья и мои сестры, как мы всегда говорим, цель этих лекций, цель этих выступлений — это выйти после лекции еще лучшими людьми. Мы хотим научиться чему-то, что повлияет на наши жизни. И каким человеком был этот человек, мои братья и мои сестры? Каким образцом для подражания он был? Какой личностью? Клянусь Аллахом, это честь. Клянусь Аллахом, это скромная честь. Просто узнать этого человека, да будет доволен им Всевышний Аллах. Это скромная честь следовать за этим человеком и следовать по его стопам. Всякий раз, когда мы говорим о пророках Аллаха, мои братья и мои сестры, это всегда приводит в некоторое замешательство от мыслей, которые приходят в голову. Эти люди были избраны Аллахом, Свят Он и Велик. Они видели Джибриля, они видели знамения и чудеса. Аллах, Свят Он и Велик, защитил их от греха. Как мы можем подражать этим людям? Но клянусь Аллахом, мои братья и мои сестры, когда мы читаем об Абу Бакре или слышим об Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, клянусь Аллахом, все, что мы можем сказать, что это за удивительный человек, что за удивительный человек? Он оставил очень мало шансов для конкуренции в благодеяниях. У Умара, да будет доволен им Аллах, есть знаменитая фраза: когда бы он не упомянул Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, когда бы не вспомнил одно из его благодеяний или действий, или пожертвований, он говорил: «О Абу Бакр, ты сделал свой пример очень трудным для подражания для тех, кто придет после тебя. Сегодня, мои братья и мои сестры, я правда не знаю, с чего начать. Это очень-очень трудная задача. Так что я прошу вас, пожалуйста, ради Аллаха, полной концентрации, полного внимания. Откройте ваши сердца. Откройте ваши сердца и откройте ваш разум. И сделайте его очень ясным. Этот человек, мои братья, один из тех,
которого каждый мусульманин должен полюбить до такой степени. Клянусь Аллахом, это грустно, это очень грустно. Мы знаем жизни людей, которые не имеют ценности перед Аллахом. А о таком человеке мы знаем лишь немного. Абу Бакр, да будет довольным Аллах, мои братья и сестры, родился через 2.5 года после посланника Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. То есть он был на 2.5 года младше, чем пророк Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует. До ислама он был другом пророка, да благословит его Аллаха приветствует. Также у него было очень чистое сердце. Как передается, он никогда не употреблял спиртное, даже до ислама. У него было недовольство. У него внутри был протест против идолов, он чувствовал дискомфорт. Он не видел ничего хорошего в поклонении скалам и камням. И он, да благословит его Аллах и приветствует, сам его упоминает, он сам хвалит Абу Бакра. Он говорит, да благословит его Аллах и приветствует, «Я никогда, за все 23 года призыва, я никогда не призывал кого-либо в ислам, не приглашал кого-либо в ислам, не призывал кого-либо без того, чтобы у него не было момента колебания или раздумия. Ну знаете, он останавливался на мгновение, он задумывался мгновение. Он колебался мгновение, кроме Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Мой друг, мой сподвижник. В ту же секунду, когда я призывал его к Аллаху, как только я закончил свой рассказ, как только я закончил свой призыв, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я свидетельствую, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и я свидетельствую, что ты посланник Аллаха». Мои братья, ученые говорят, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был первым мужчиной, который принял ислам. Это служение, работа, мои братья и мои сестры, которые этот человек сделал для ислама, не укладываются в голове. Любой, мои братья, кто любит религию, любой, кто любит Аллаха и его пророка, должен чувствовать признательность стараниям такого человека. Мои братья, этот человек сделал столько для религии. У этого человека такое высокое положение. Клянусь Аллахом, мои братья, клянусь Аллахом, любовь к Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, обязательно для сердца каждого и каждого верующего. Этот человек, мои братья, пророк Аллаха, призвал его в ислам сегодня. Представьте, сегодня вы новообращенный. Сегодня вы только что изменились, вы приняли очень большое решение в своей жизни. Вы только что вернулись в религию Аллаха, вы только что осознали, кто есть Аллах, свят Он и велик. На следующий день, через 24 часа, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, уже начал работать в призыве, уже начал служить религии Аллаха. И кого он призывал к посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует? Горы. Он призывал горы, мои братья. Абу Убайда ибн Аль-Джаррах, Саад ибн Абу Аккас, Аз-Зубейр ибн Аль-Ауам, Тальха ибн Абдуллах, Абдур-Рахман ибн Ауф. Без малого шестерых из обрадованных раем в степенях сподвижников, 10 сподвижников, которые считаются высшими степенями сподвижников. В одном хадисе пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, перечислил их и сказал, все они отправятся в рай, им всем гарантирован рай. Шестеро из этих ранних мусульман, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, это тот, кто первым призвал их к Аллаху, свят он и велик. Вы можете представить себе награду, которую накопил этот человек? Вы можете представить, как сильно Аллах, свят Он и велик, любил Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, насколько Аллах использовал его? Этот человек, мои братья и мои сестры, выделялся несколькими качествами. Я постараюсь их осветить. Люди сегодня смущены. Люди говорят, как мы можем приблизиться к Аллаху? Как нам достичь высоких степеней? Те, у кого есть вера, те, кто стремится к довольству Аллаха, те, кто хотят, чтобы Аллах, свят Он и велик, был доволен ими, они хотят состязаться с лучшими. Им следует поучиться у этого человека, мои братья и мои сестры. Сподвижники, их последователи и ученые после них говорили, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не то чтобы обошел других сподвижников по степени, из-за того, что больше них совершал намаз или постился, или молился, или чрезвычайно много поклонялся. Нет. Этот человек,
Его сердце было очень особенным. Его решения были очень-очень тщательными, быстрыми и тщательными. Что-то в его сердце было изумительным, мои братья и мои сестры. Этот человек, мои братья, верил пророку Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует без колебаний, и никогда не оглядывался. Никогда не оглядывался и никогда не сомневался в нем, даже в тех вещах, которые вообще не поддавались логике. Вот почему его называли, вот почему ему было дано прозвище «Ас-Сиддик», да будет доволен им Всевышний Аллах. Когда люди колебались, этот человек был скалой. Когда люди сомневались, у этого человека не было сомнений, у него была твердая убежденность. Вы знаете, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, призывал к Аллаху с Мухаммадом, да благословит его Аллаха, приветствует, терпел трудности призыва. Люди нападали на них, ругали их, смеялись над ними. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, мои братья и мои сестры, однажды неверующие Курайша пришли посмеяться над Абу Бакром, да будет доволен им Аллах, пришли посмеяться над пророком Аллаха. Они пришли к нему: «Ты слышал, что твой друг говорит сегодня?» Он спросил, и что же он сказал? Что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал? «Твой пророк теперь, ты слышал новости? Твой пророк теперь заявляет, что он был перенесен из его дома в Мекке, прямо в мечеть Аль-Акса в Шаме, а потом Аллах, Свят Он и Велик, поднял его прямо на седьмое небо, а затем вернул, и все за одну ночь». Хорош, Абу Бакр, ты и дальше собираешься ходить, одураченный им? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, без раздумий, без колебаний. Если это правда, что вы говорите, и он так сказал, я верю ему. Я верю ему. Как так? Где логика? Как ты можешь верить в такую историю? Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал, я верю ему. Еще и не в таком. Я верю, что Аллах, Свят Он и Велик, отправил вести с небес. Аллах отправил Джибриля к нему, и я поверил ему. И я не поверю в это маленькое путешествие? Я не поверю в его путешествие в мечеть Аль-Акса? Если он сказал так, он сказал правду. С того дня он стал называться Абу Бакр Ас-Сиддик, да будет доволен им Всевышний Аллах. Ас-Сиддик был из истинных последователей пророка. Они те, у кого не было колебаний в вере. Они верили без сомнений. Пророк Аллаха сам засвидетельствовал, что он ас-Сиддик, да будет доволен им высочайший Аллах. Однажды пророк Аллаха с Абу Бакром, Умаром и Уфнаном, да будет доволен ими всем Аллах, все они на горе Ухуд в Медине. И гору Ухуд немного затрясло маленькое землетрясение. И Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, ударил гору своей ногой. «Стой на месте, Ухуд!» «Поистине на тебе сейчас пророк, ас-Сиддик, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и два мученика». Посмотрите на степени, мои братья. Посмотрите, как земля и творение Аллаха покорились перед тем, кто приближен к Аллаху, Свят Он и Велик. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, жертвовал так много для этой религии, сделал столько для ислама, но качество, которым он выделялся, да будет доволен им Всевышний Аллах, это настоящая истинная любовь к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. И пожалуйста, братья, прежде чем перейти к выводам и говорить «я тоже люблю посланника Аллаха», как все мы утверждаем, спросите любого мусульманина из 1,5 миллиарда мусульман сейчас в мире: «Вы правда любите посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует?» Руки, люди будут тянуть руки. «Я люблю посланника Аллаха, клянусь Аллахом, я люблю его. Я люблю его так сильно, что каждый раз, когда я слышу его имя, я плачу. Я всегда пою песни о том, какой он прекрасный. Я всегда люблю слушать его сиру». Этот человек, мои братья и сестры, был абсолютно на другом уровне. Этот человек по-настоящему, до самой глубины своего сердца любил пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и был готов в любой момент своей жизни пожертвовать своей жизнью, своим существованием, просто чтобы оградить пророка Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, от беспокойства, не от смерти, не от вреда, просто от беспокойства. Он был готов пожертвовать своей жизнью для этого. Однажды мои братья и мои сестры, на ранних этапах призыва, Абу Бакр и пророк Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует у Каабы, у запретной мечети.
Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, стал призывать к Аллаху, начал призывать враждебно настроенных курайшитов того времени к Аллаху, и он говорил до тех пор, пока лидеры Курайша не взбесились, не пришли в ярость и не начали атаковать Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и ругать его, и наносить вред. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не мог этого вынести. И это истинная сила. Сегодня наши парни, маша Аллах, молодые люди, они видят силу в мускулах. Маша Аллах, жмут, час за часом жмут. Стоят перед зеркалом, как слабоумные, растягивая свои мышцы, тряся ими каждый день, стал ли я больше или нет. Но этот человек, мой братья, может быть, он не имел очень сильный вид. Возможно, он был небольшой в теле, но его сердце имело веру, которая могла сотрясти горы. Готовность пожертвовать всем, чтобы защитить пророка Аллаха. И он побежал, он набросился на них всех. Он набросился на них всех и защитил пророка Аллаха собственным телом. И воинствующие курайшиты того времени знали, что Абу Бакр ниже по положению и менее уважаем в Курайше, чем Мухаммада, благословит его Аллах и приветствует. Они оставили пророка и начали бить Абу Бакра час за часом, ругать его, бить его все вместе. Они сняли свою обувь и стали бить его по лицу, да будет доволен им Аллах, бить его лицо, пока не оставили его в полдень лежать мертвым телом на земле. Никто не знал, живой он или мертвый, конец. Никто не мог сказать, где у него нос, где у него глаза, все его черты лица исчезли. Пока Бану Тайм, его племя, одно из племен Курайша, они подумали, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, несомненно, мертв, и они сказали, мы обязательно убьем одного из других племен, если найдем, кто это сделал. Они отнесли его домой, мои братья и мои сестры. Мертв. Никто не сомневался. Его мать... не мусульманка на тот момент, ее имя было Умуль-Хейр. Она увидела своего сына в таком состоянии. Его отец Абу Кухафа, не мусульманин на тот момент, увидел сына в таком виде. И вы можете представить чувства матери и отца, которые еще не вкусили сладости веры, свет прямого руководства еще не достиг их сердец, и их сын в таком состоянии, потому что защищал этого человека, Мухаммада. Сколько расстройства, сколько печали, сколько боли они чувствовали за своего сына. Весь день Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был без сознания. А потом, медленно, он начал открывать свои глаза, да будет доволен им Всевышний Аллах. Когда он начал открывать глаза, вся семья подошла ближе. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, в таком состоянии, между смертью и жизнью. И первым, что он произнес, было: «Как там пророк Аллаха?» Вы можете представить чувство отца? Вы можете представить, что пришло на сердце и ум его матери? Они вышли из себя. «Опять ты говоришь, Мухаммад, это все, что тебя заботит в этом мире? Ты чуть не умер!» Его отец вышел из комнаты расстроенным вместе со всеми родственниками. Он оставил его наедине с матерью. Умуль-Хейр попыталась успокоить его. «Пожалуйста, остановись, побеспокойся о себе». Но только одно повторял его язык. «Как там Мухаммад, он в безопасности?» Она взорвалась: «Я не знаю твоего друга и знать не хочу». Он сказал ей: «Пожалуйста, мам, я не буду есть и пить, я не сдвинусь ни на дюйм до тех пор, пока своими глазами не увижу Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует». Она начала: «Я не знаю, где он, откуда я его возьму?» Он говорит: «Иди к Уму Джамиль, сестре Умар бин Хаттаба, Фатиме бин Хаттаб, ее прозвище было Уму Джамиль. Иди к ней, приведи ее и спроси ее». Она пошла. Уму Джамиль была мусульманкой в тайне. Сестра Умар бин Хаттаба была мусульманкой в тайне. Никто не знал об ее исламе. Она пришла к ней и спросила: «Ты знаешь что-нибудь о Мухаммаде, да благословит его Аллах и приветствует?» Она сказала: «Я не знаю Мухаммада, и я не знаю твоего сына». Она говорит: «Пожалуйста, пойдем, этот человек на смертном ложе, пожалуйста, пойдем». И Уму Джамиль бинт Аль-Хаттаб пришла к Умуль-Хейр. Она вошла к Абу Бакру, увидела его состояние и начала плакать, да будет доволен ей Всевышний Аллах. Говорит: «Что за люди сотворили это с этим человеком?»
А он говорит: клянусь Аллахом, я не буду есть и пить до тех пор, пока не увижу Мухаммеда, да благословит его Аллах и приветствует. Она говорит: он в безопасности, он в безопасности, не беспокойся. Он говорит: ни еды, ни воды, пока не увижу его. Вы можете представить эту картину, мои братья? Они ждут, пока стемнеет, а потом они несут этого человека, он не может идти сам. Две дамы несут Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Он полз ослабленный, пока они не пришли к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Когда он увидел пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он начал плакать, и все мусульмане начали плакать. Что за любовь была в этом человеке к пророку, да благословит его Аллах и приветствует? Любовь в виде поступков, а не любовь в виде слов. Слова очень дешевые. Любой может заявлять все, что захочет. Я люблю посланника Аллаха, я люблю посланника Аллаха. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, любил пророка Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует в виде поступков, подтверждая любовь ими. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, оставался в Мекке, он и его сподвижники, подвергаясь преследованиям курайшитов. Год за годом, пока к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, не пришел приказ о переселении. Умар, да будет доволен им Аллах, переселился, другие сподвижники переселились, спасая себя, бежали в Медину. Но Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, ждал. Он оставался. Каждый день он ждал посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аиша, да будет доволен ею Аллах, дочь Абу Бакра, да будет доволен им Всевышний Аллах. У него было две дочери, Аиша и Асма. Передают, что Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала: пророк Аллаха посещал Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, каждый день. Иногда дважды в день, но в определенное время. Кроме дня переселения, когда он пришел в наш дом в необычное время. Мы не ждали его прихода в это время. Когда он пришел, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал ему: что такое? Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Абу Бакру: Аллах, свят он и велик, дал мне разрешение переселиться в Медину. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, схватил посланника Аллаха и закричал: пожалуйста, возьми меня в спутники, о пророк Аллаха. Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: да, Абу Бакр, мы вместе. Аиша сказала: да будет доволен ею Аллах, до этого момента моей жизни я не верила, что у человека могут идти слезы из глаз от счастья. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заплакал от счастья, потому что пророк Аллаха возьмет его в путешествие, в котором они оба могли не выжить. Но он хотел умереть с ним, да будет доволен Всевышний Аллах. Они шли, это знаменитая история. Они достигли пещеры Таур. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, хотел войти. Абу Бакр сказал: стой, о посланник Аллаха, позволь я сначала проверю это место для тебя. Он вошел внутрь, очистил это место, убедился, что оно безопасно. И затем он позволил Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, войти. Аллах, свят он и велик, засвидетельствовал. Аллах засвидетельствовал в Коране, как сильно Абу Бакр любил Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах сказал, он был спутником, он был вторым с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, в пещере. Пророк Аллаха сказал Абу Бакру, да будет доволен им Аллах: о Абу Бакр, не печалься, Аллах, свят он и велик, с нами. Ученые тафсира, толкования Корана, указывают здесь на изумительный момент. Удивительный момент, клянусь Аллахом, который многие из нас упускают. Если кто-то боится, если кто-то тревожится, как Абу Бакр, как передают, сказал: о пророк Аллаха, когда курайшиты подойдут и посмотрят себе под ноги, они увидят нас. Пророк Аллаха утешил его, сказав, что? Он не сказал: не бойся. Не бойся, Абу Бакр, Аллах с нами. Не печалься, Аллах с нами. Почему слово «печаль»? Ученые тафсиры сказали: потому что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не беспокоился ни грамма за себя. Единственная причина его грусти
была в том, что он беспокоился, что пророку Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, причинят вред. И он был опечален. Мухаммад, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал: «Не печалься, Аллах защитит нас». Это была вера и понимание этого человека. На пути переселения ученые сиры говорят: «Абу Бакр, да будет доволен им Аллах». По пути, по дороге, он немного шел впереди посланника Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует. Через пару минут он шел позади него, то слева, то справа, пока пророк Аллаха не спросил: «Что такое, о Абу Бакр? Выбери себе место, это сбивает с толку». Он сказал: «О пророк Аллаха, когда я вспоминаю, что люди могут поджидать нас и могут повредить нам, я становлюсь впереди тебя. А когда думаю, что те пытаются схватить нас, то иду позади тебя». Он хотел защитить пророка Аллаха своим собственным существованием, мои братья и мои сестры. Это любовь, и это вера. Это полная преданность Аллаху и его пророку действиями, а не словами. И пророк Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, знал это в Абу Бакре, да будет доволен им Аллах. Он знал его степень, и он поддерживал и хранил эту дружбу. Любому, кто отдавал предпочтение Аллаху и его пророку, он всегда был готов отплатить. Но Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, был не способен отплатить Абу Бакру, да будет доволен им Аллах. Вы знаете, что он сказал о нем, да благословит его Аллах и приветствует? Спустя годы призыва, спустя годы трудностей, спустя годы пророчества, пророк Аллаха в конце своей жизни сказал, он сказал: «Не было никого, ни одного мусульманина, ни одного на арабском полуострове, кто помог бы мне, или помог бы мне с деньгами, или физически, или еще как-то, кроме как я отплатил ему. Но единственное исключение — это Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Я не способен отплатить ему. Я лишь прошу Аллаха, свят он и велик, чтобы он отплатил ему без меры. Я не могу». Однажды, мои братья, вы только что, машаллах, слышали о степени Умара. Вы только что слышали, шейх Шади, машаллах, говорил об Умаре ибн аль-Хаттабе. Какая высокая степень в исламе, пророк Аллаха сказал: «Шайтан бежит прочь от него». Но даже когда мы сравниваем степени Умара и Абу Бакра, разрыв все равно огромен. Вы можете представить степень Абу Бакра, да будет доволен им Аллах? Однажды произошел случай, смешной случай произошел в исламе, он действительно был смешной. Клянусь Аллахом, это смешно. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, и Умар немного повздорили. Как у всех нас бывает, в призыве, в жизни, в совместных делах. Они всегда были вместе с посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Долгие, близкие отношения, всегда, в конце концов, что-то происходит. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал Умару что-то, что ему не понравилось. И Умар, да будет доволен им Аллах, ничего не ответил, они разошлись. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, побежал к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Абу Бакр извинился перед Умаром, а он не ответил. Абу Бакр побежал к посланнику Аллаха. Передается, что он поднял свою одежду так высоко, что почти виднелись его колени. Он бежит к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. «О посланник Аллаха, то-то и то-то случилось, и Умар, да будет доволен им Аллах, не принял моих извинений. Попроси его, сделай что-нибудь». Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, пришел в ярость. Ярость! Умар, да будет доволен им Аллах, позже пришел увидеть Абу Бакра в его доме и не нашел его. И он пошел к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел его, и Абу Бакр был там. Когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, увидел Умара, да будет доволен им Аллах, его лицо начало меняться от злости. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, упал на колени, умоляя пророка Аллаха: «О пророк Аллаха, не гневайся на него, клянусь Аллахом, это была моя ошибка». Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, все еще в гневе сказал: «О Умар! Аллах, свят он и велик, послал меня к вам, люди. Все вы говорили, ты лжец, лжец». А этот человек сказал: «Ты сказал правду». И он поддерживал меня, и он помогал мне своими деньгами, да всем. Оставь моего друга в покое. Оставь моего сподвижника в покое, не расстраивай его.
После этого дня никто из подвижников не расстраивал Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Даже если Абу Бакр был неправ. Или другой смешной случай, знаете? Раби Ибн Каб аль-Аслами, великий, знаете, великий человек из Ахлю Суффа, великий сподвижник, который попросил пророка Аллаха быть с ним в раю на одной степени. И Мухаммад, благословит его Аллах и приветствует, сказал ему: «Делай много земных поклонов, если ты хочешь быть со мной, ты должен много работать». Этот человек, Раби Ибн Каб, в другом подобном случае немного поспорил с Абу Бакром. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, сказал ему что-то, что ему не понравилось. И после этого Абу Бакр сказал Рабиа, чтобы восстановить справедливость: «Пожалуйста, скажи мне то же, что я сказал тебе. Месть, получи свое право, отомсти мне». Рабиа сказал: «Клянусь Аллахом, я не скажу тебе этого, Абу Бакр». Он говорит: «Я тебе говорю, скажи». Он говорит: «Нет, я не могу сказать что-то неправильное. Я скажу только хорошее». И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, побежал рассерженный к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И Рабиа побежал за ним догонять его. И Бану Аслям, племя Аслям, племя Рабиа, они схватили его. Дескать, ты серьезно? Абу Бакр не прав, а ты догоняешь его, чтобы извиниться? Ты нормальный вообще? Он же был неправ, пусть идет жалуется. Он говорит: «Пожалуйста, не говорите. Смотрите, как бы он не увидел, что вы со мной говорите. Если Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, увидит, что вы помогаете мне против него, может, он расстроится. Может, он рассердится. А если он рассердится, пророк Аллаха рассердится. А если пророк Аллаха рассердится, все мы заслужим гнев Аллаха. Пожалуйста, оставьте меня». И потом он побежал. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, почти прибежал пожаловаться Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. Рабиа прибегает: «О, посланник Аллаха, я сделаю все, пожалуйста. Абу Бакр хочет, чтобы я сказал им нечто неприятное, я не могу этого сделать». Он говорит: «Хорошо, Рабиа, не говори ничего, но скажи: о Аллах, прости Абу Бакра и прими его извинения». Такова была степень Абу Бакра, да будет доволен им Аллах. Пророк Аллаха говорил нам, он оповестил нас. Каждый из нас мечтает войти в рай. И вам повезет, если вы войдете хотя бы в одну дверь. Дверь намаза, дверь заката и милостыни. Или дверь поста, врата Раян. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, однажды услышал, как пророк Аллаха описывал врата рая. Он подошел к нему: «О пророк Аллаха, а есть у кого-нибудь шанс войти в рай через больше дверей, чем одну?» Он сказал: «Да, Абу Бакр, и ты один из них. Восемь врат рая, мои братья и мои сестры, восемь врат рая будут умолять Абу Бакра в судный день дать им привилегию почтить их своим входом через эту дверь, а не через другую». Какая степень, мои братья, посмотрите на работу ради Аллаха и его пророка. Посмотрите на самопожертвование, которое сделало степень этого человека таковой. Посмотрите на сущность его сердца, как сильно он любил эту религию. Как сильно он любил пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Клянусь Аллахом, за гранью человеческого понимания. Это произошло после завоевания Мекки. Абу Бакр — это верующий. И он знает ценность веры. И он знает, что значит умереть без веры, без имана. Абу Кухафа, отец Абу Бакра, был не мусульманином все это время. Все это время он был не мусульманином. До завоевания Мекки, когда пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, завоевал Мекку, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пошел к отцу, схватил его и привел к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он принял ислам. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел старого человека и из уважения сказал: «О, Абу Бакр, если бы ты сказал, я бы пришел к твоему отцу в его дом». Абу Бакр сразу возразил, сказал: «Нету посланника Аллаха, это он должен прийти к тебе». Посмотрите на твердость, даже с отцом. Пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, призвал Абу Кухафу в ислам. Через короткое время Абу Кухафа, еле живой старик, сказал: «Я свидетельствую, что нет истинного Бога, кроме Аллаха, и Мухаммад его посланник». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, начал плакать. Как вы думаете, почему Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, начал плакать, мои братья и сестры? Потому что его отец пришел в религию? Потому что Аллах, свят Он и велик, спас его отца от огня ада? Нет. Абу Бакр начал плакать, и пророк Аллаха спросил: «Почему ты плачешь, Абу Бакр? Это счастливый момент». Он сказал: «О, пророк Аллаха, клянусь Аллахом, я знаю, как сильно
ты бы хотел, чтобы твой дядя Абу Талиб принял ислам. Когда я увидел моего отца, принимающего ислам, я желал в своем сердце, чтобы это был твой дядя, а не мой отец, потому что я знаю, как сильно бы это тебя осчастливило. Какими людьми были эти люди, мои братья? Как много они дали религии? Пророк Аллаха в битве при Табуке, эта битва была названа Газвату-л-Усра, битва трудностей. 30 тысяч солдат, готовая к бою армия, была целью. Знаменитый Уфмен, да будет доволен им Аллах, для этого большого, серьезного дела потратил деньги на подготовку армии, армии для битвы при Табуке. Все сподвижники взбодрились, и Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Вот оно, это моя возможность. Сегодня я опережу Абу Бакра». Он подумал так про себя, думает: «Я отдам Аллаху Святому Велик и его пророку половину моих денег». Он сосчитал все, что у него было, и разделил пополам. Он принес половину своих денег посланнику Аллаха, да благословит его Аллаха приветствует, сказал: «О посланник Аллаха, эти деньги на пути Аллаха». Мухаммад, да благословит его Аллаха приветствует, сказал: «О, Умар, что ты оставил своей семье?» Он сказал: «О, пророк Аллаха, я оставил столько же дома». Вскоре после этого Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришел со всеми своими деньгами. Вы можете представить, мои братья и мои сестры, кого-нибудь, потратившего все, что он имел ради Аллаха? Не 20%, не 50%, не 80%. Казалось бы, оставь немного. Он принес все. Он ничего не оставил для жены и детей, а принес все свои деньги и положил их в руки Мухаммаду, да благословит его Аллаха приветствует. Пророк Аллаха спросил его: «О, Абу Бакр, что ты оставил для своей семьи?» Вы знаете, что он ответил, мои братья и мои сестры? «Я оставил Аллаха и его посланника для моей семьи. Аллаха достаточно для них, Аллах позаботится о них». Посмотрите на понимание и сравните нашу веру с его верой. Посмотрите на понимание и сравните наши решения в жизни. Когда мы расходуем на религию, когда мы приходим поддержать исламскую деятельность, когда мы приходим помочь нуждающимся и бедным, каждый из нас, ну знаете, без ручки и бумаги проводим маленькие вычисления в нашем мозгу. «О, сколько я могу потратить?» Мы отдаем Аллаху Святому Велик вещи, которые не нужны. Старую одежду там, свободное время. Все, что нам не нужно, мы любезно отдаем религии. Но у каждого из нас есть неприкосновенный запас, с которым он чувствует себя в надежности. Вы никогда не прикасаетесь к нему. Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, пришел со всем и положил в руки Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует: «Я оставил своей семье Аллаха и его посланника». Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, не останавливался ни на секунду, мои братья и мои сестры. Работал для религии, призывал к Аллаху в каждой битве. Он был с Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует. В каждой трудной ситуации Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был рядом с ним. Вот так он достиг высокой степени. Но наивысший уровень, наивысшая точка для Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, было достигнуто не при жизни Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Скорее, истинное качество, истинный Абу Бакр проявился, когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скончался. Я и вы думаем, что мы проходим через трудности. Некоторые люди теряют деньги, они думают, это беда. Если вы потеряли любимого, это огромная, огромная потеря. Это что-то большое, что сильно влияет на ваше сердце. Но мы не вкусили сподвижничество Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Мы не вкусили этого. Иншаллах, Аллах не лишит нас этого в будущей жизни, мои братья. Делайте дуа. Просите Аллаха, чтобы он дал насладиться обществом Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует в будущей жизни. Те, кто вкусил это сподвижничество и имел истинную любовь к Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, смерть пророка было худшим, мрачнейшим и тяжелейшим моментом во всей жизни. Величайшие сподвижники, когда они услышали новость, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, они не могли сдвинуться с места, где были.
Некоторые сподвижники упали на землю и не могли встать. Великие сподвижники. Уфнан, да будет доволен им Аллах, остался в своем доме. Али, да будет доволен им Аллах, упал на землю. Умар, да будет доволен им Аллах, схватил свой меч, поднялся на минбар, на кафедру, и стал размахивать мечом в мечети, и сказал: «Кто-нибудь, если я услышу, что кто-нибудь говорит, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, я отрублю ему голову». Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, отправился говорить с Господом, как Муса, мир ему, отправился говорить со своим Господом. Никто не говорит, что он умер. Единственный сподвижник, единственный человек, единственный мужчина, который продемонстрировал силу в этот момент, был Абу Бакр, да будет доволен им Аллах. Он был далеко, в пригороде Медины, Аль-Ауали. Он пришел, он услышал новость, он вошел в комнату Аиши, да будет доволен ею Аллах, где было тело пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он поднял ткань со своего лица и сразу же начал плакать, да будет доволен им Всевышний Аллах. «Пусть мой отец и моя мать будут выкупом за тебя, о пророк Аллаха». Он поцеловал его лоб и сказал: «О пророк Аллаха, ты вкусил муки смерти, которые были предписаны тебе, и ты больше никогда не испытаешь этого и никогда не испытаешь трудностей больше». И потом он пошел в мечеть, Умар кричит, сподвижники плачут. Он крикнул с силой: «Спускайся, Умар, слезь!» И тогда он забрался на минбар, да будет доволен им Аллах. И его голос заговорил со всеми мусульманами того времени. Если кто-то из вас поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад умер, да благословит его Аллах и приветствует. Но если вы поклонялись Аллаху, то Аллах никогда не умирает, его никогда не постигнет смерть, свят он и велик. И потом он прочитал аят, стих Корана. Мухаммад является всего лишь посланником, до него тоже были посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Когда он прочитал этот аят, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, почувствовали себя, словно в первый раз они осознали этот стих из книги Аллаха, свят он и велик. И каждый пошел вперед, и каждый осознал: это время прямоты, это время стойкости. Религия Аллаха нуждается в служении, мы должны умереть, служа религии, как пророк Аллаха умер, служа религии. Когда Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, умер, Абу Бакру, да будет доволен им Аллах, был вверен халифат. Сподвижники, да будет доволен им Аллах, вручили ему бразды правления. Он был избран халифом, потому что пророк Аллаха намекнул на это, когда был живой. Когда он заболел, да благословит его Аллах и приветствует, он сказал: «Абу Бакр, имам в вашем намазе». «Абу Бакр, имам в намазе». Аиша, да будет доволен ею Аллах, пришла к нему. Его дочь Абу Бакра, сказала: «Абу Бакр — мягкий человек. Когда он читает Коран, он начинает плакать так сильно, что люди не слышат Коран. Как он может быть имамом?» Пророк Аллаха рассердился и сказал: «Он должен возглавлять молитву». И потом, когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, скончался, Умар произнес свое знаменитое высказывание. Сказал: «Пророк Аллаха избрал Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, руководить нашим намазом. Так неужели мы не изберем его руководить нашими мирскими делами?» И он был избран стать халифом, тяжелейшие 2 года, с которыми ислам столкнулся. После смерти Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, сотни людей начали поворачиваться вспять, менять свой путь, оставлять ислам, лжепророки, лжецы, заявляющие, что они получают откровение. И Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, был таким стойким. Он шел неуклонно по пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, по пути посланника Аллаха, ни на дюйм, ни на миллиметр не отходя от того, чему его научил пророк Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он защищал ислам, по причине него ислам установился, как мы видим его в наше время, да будет доволен им Всевышний Аллах. Пока смерть не пришла к нему, мои братья, через 2 года, или 2.5 года, в 30-м году по хиджре, после переселения, Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, заболел.
Он проболел лихорадкой 15 дней. И потом, до его смерти, он собрал всех членов семьи и сказал им: «Сосчитайте все деньги, которые у меня есть. Если у меня есть что-либо большее, чем то, что я имел до того, как стал халифом, раздайте все это на пути Аллаха». И они так и сделали. Потом он снова отдал все свои деньги как милостыню. И он сказал: «Отнесите это Омару, передайте Омару от халифа, прими эту небольшую прибавку. Может быть, я сделал больше, отнесите это Омару, да будет доволен им Аллах». Когда Омар, да будет доволен им Аллах, получил деньги в свои руки, он посмотрел на них: «О, Абу Бакр, ты оставил очень-очень мало шансов для тех, кто захочет соревноваться с тобой в благодеяниях. Такого человека мои братья и сестры, каждый мусульманин должен любить, у которого каждый мусульманин должен учиться, каждый мусульманин должен желать, клянусь Аллахом, это честь, следовать такому человеку в его жертвовании, в его щедрости, в его преданности, в его вере, в его доверии Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, в его доверии обещанию Аллаха, свят он и велик, пока он не достиг высокого положения. Он, да будет доволен им Аллах, теперь в безопасности. Он был похоронен, да будет доволен им Всевышний Аллах, между Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, и комнатой Айши. Здесь пророк Аллаха, Абу Бакр и Умар. Трое очень-очень-очень близких людей, которые будут воскрешены первыми, и уже после них все остальные мусульмане, мои братья и мои сестры. Каждый из нас, когда бы мы не услышали об Абу Бакре, да будет доволен им Аллах, когда бы мы не услышали об этих героях, мы не рассказываем вам сказки на ночь. Цель не в том, чтобы говорить: «Маша Аллах, какие прекрасные люди». Мы стараемся, мы пытаемся стать как они. Мы хотим идти по их стопам. Аллах, свят он и велик, сказал в Коране: первые из мухаджиров и ансаров, первые сподвижники, и те, которые последовали за ними в праведности. Аллах, свят он и велик, доволен ими, и они довольны им. Аллах, свят он и велик, доволен ими, также и они довольны им. Аллах, свят он и велик, доволен ими, и они довольны Аллахом. Мы говорим, истории этих людей покажут вам фрагменты их жизней, чтобы измениться. Они наши образцы для подражания. Они те, у кого следует учиться и следовать им. Они те, по примеру которых мы должны учить наших детей. Этим людям нужно следовать. Эти люди сделали правильный выбор. Они одни из тех, кто преуспели. Они те, кем Аллах и его пророк были довольны. Сегодня мы все говорим, мы любим сподвижников. Но правда в том, что это не проявляется в наших жизнях, в нашем образе жизни, в нашей одежде, в нашем нраве, в наших манерах, в нашем поклонении. Мы далеки от них. Мы следуем другому образу жизни. Мы следуем другим людям, другим идолам, выбираем другие образцы для подражания, других знаменитостей. И мы говорим, они не нравятся нам, но в действительности мы одеваемся, как они, мы говорим, как они, мы поступаем, как они, мы умираем за их автограф. А ведь у нас есть лучшие из людей, сподвижники, да будет доволен ими Аллах, а мы так мало о них знаем. И если так, то мы покидаем зал без какого-либо позитива. Так что, пожалуйста, мои братья и мои сестры, поставьте себе задачу, сделайте это своей домашней работой, выучить жизнь этих людей, выучить их добродетели, выучить их степени, их понимание, их решения, что сделало их такими, и почему Аллах, свят он и велик, был доволен ими в этом мире, в этой дунье, прежде чем они умерли. Мы изучаем это, мы двигаемся вперед, мы поступаем как они, мы действуем как они, мы подражаем им. Если мы будем так делать, клянусь Аллахом, мои братья и мои сестры, нас ждет довольство Аллаха, успех в этой жизни и в последней жизни. Мы просим Аллаха, свят он и велик, сделать нас теми, кто практикует, что услышал.